Накормим Китай быстрыми кашами. Их масштабное производство развернет крупный производитель круп на Южном Урале. Серьезные намерения по экспорту продукции он презентовал в правительстве региона. Губернатор Борис Дубровский инвестпроект поддержал. В Увельском районе компания «Ресурс» возведет крупный производственно-логистический комплекс. На предприятии увеличит производство круп в варочных пакетиках, а также хлопьев и каш. Строительство разделили на два этапа. Для первой очереди нужно больше 3 миллиардов рублей. Деньги уже нашли. В первую очередь включает в себя создание автоматизированного склада готовой продукции, создание автоматизированного склада сырья и упаковки с высокой производительностью труда на современном швейцарском оборудовании. На предприятии создадут 80 новых рабочих мест. Крупы и каши будут поставлять за границу в приоритете Китая. Благодаря этому проекту за следующие 6 лет поступления налогов в бюджет области могут вырасти на 4 миллиарда. Также губернатор поддержал развитие выпуска мобильных и медицинских робототехнических комплексов. Производство наладит магнитогорская компания «Дроидная техника». Инвестпроект создаст 150 рабочих мест. Налоговый эффект к 2022 году может составить 78 миллионов рублей.